совсем не хочу спать. Я на 10-й минуте. Слился с местностью. Я не удивлюсь, ковер сделали из той шерсти, которая с него упала. Потому что из той шерсти, которая падает сильно, мне кажется, уже много ковров можно сделать. Коты, которые выросли в рюкзаке, выпустите их хотя бы покушать. Да, у меня шикарные усы, не скажи мне это еще раз. Мама, что такое тык-тык? У меня появилась теория, а что если ребенка забирать от матери до того, как она ему расскажет про то, что такое тык-тык? Мне кажется, нифига не поможет. Тык-тык у них на генном уровне. Ты высыпаешься? Да, почти весь уже высыпался. Котя, покажи, как тигр делает. Когда захотел пить и купил обычную воду, а не газировку. Как бы я поступил? Я всю жизнь так делаю. Я газировкой вообще не могу напить. Как можно напиться газировкой? Я если хочу пить, то я хочу взять и выпить обычной, нормальной воды. Не газированной, не сладкой, не чая, просто воды. Я называю это кошачьим налогом. Дай блинчик, а то пусть. А у меня как раз сегодня блинчики. Это я пришел в комнату и пытаюсь вспомнить, зачем. Лайк, если это зайка. Коммент, если котик. Лайк и коммент, если это зайка. Я добавляю человека в черный список. Тоже я через минуту. Вычисляю, где ты и с кем. Я в своем резюме. Уверенный пользователь Excel. Я на работе. Жесть, кто это придумал? На что я жал? Надо бы побежать, как сумасшедший, вон в тот угол, залезть через тумбочку на шкаф, сметая все на своем пути, а потом можно будет и покакать. Тебя двое детей, и они так прекрасно себя ведут. Это потому, что раньше их было трое. Приходишь такой поздно вечером домой с запахом другой котейки на одежде, а там, кажется, нам есть что обсудить, правда? Ты не обиделась из-за проигрыша? Не обиделась. Жил-был я и лежал в теплой кроватке. У меня была куча дел, а я все равно лежал, потому что тут тепленько. Для чего ты читаешь так много книг про маньяков и убийц? Знание — это сила. Я теперь понимаю, как не попасться. Маньяку? Не совсем. Человек, я, конечно, все понимаю. Ты устаешь на работе. Постоянно не высыпаешься и все такое.